Здесь будет все, как в лучших клиниках мира. Это касается и планировки интерьера, и качества отделочных материалов, и оборудования, и, соответственно, фасада нового кардиоцентра. Старый сейчас располагается в помещении, которое строилось для других целей. То есть при самом высоком уровне подготовки врачей условия их работы оставляют желать лучшего. И вот строительство Самарской клиники сердца выходит на финишную прямую. Осталось завершить отделку и установить технику. Оснащенность у нас на уровне современных европейских и американских центров. У Бакири, естественно, есть такое же оборудование, но это, скажем так, единичное. Да? То есть у нас на сегодняшний день полностью все современное, все одного уровня, одного класса. То есть это самая лучшая ангиография, самый лучший КТ-томограф, все, что касается кардиохирургии, МРТ-томограф, самое лучшее. УЗИ у нас заложено только экспертного класса. Любой полис любой мировой страховой компании у нас будет обслуживаться. Новый корпус кардиоцентра скоро примет пациентов, а сегодня качество выполненных работ оценил губернатор. Чтобы учесть даже те новшества, которые произошли в мировой кардиохирургии за время строительства, нужны дополнительные деньги. Часть готовы вложить инвесторы, другую привлечь в виде кредита. Но сначала необходимо уладить все юридические тонкости. Центр строится на принципах государственно-частного партнерства. Но зато уже сегодня можно говорить о том, чтобы статус Самарской клиники вышел за рамки региона и помогать больным сердечникам даже из-за рубежа. Мы хотим, чтобы этот центр был межрегиональным, примерно процентов на 40-50, может быть, 50 точнее, работал на Самарскую область, и еще примерно 5-6 тысяч операций делал людям, которые будут к нам приезжать. И вот с таким статусом кардиоцентр, конечно, он может со временем и дальше развиваться и по количеству операций, и качественно. В Самарской области сегодня сформирован один из самых мощных медицинских кластеров в стране. Наши кардиохирурги могут дать фору коллегам из любой страны мира. А чтобы сохранить преемственность, подписано соглашение о сотрудничестве между клиникой сердца и медицинским университетом. Оно предусматривает, чтобы будущие кардиологи начинали работать здесь еще со студенческой скамьи, при этом изучая методы лечения премиум-класса. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События.